К другим новостям. Победителей летнего кубка КВН-2017 команда «Казахи» обещали лично вручить Ниязу Сундеталиеву свой выигрыш. Ранее стало известно, что участники золотого состава команды «Казахи» намерены отдать свои призовые деньги – 400 тысяч рублей – 27-летнему карагандинцу. О впечатлениях Нияза Сундеталиева мы решили узнать лично. Хочу сказать большое спасибо. Это безумно невероятный эмоциональный заряд и материальная помощь от команды КВН «Казахи». Я безумно им благодарен, и это полнейшая неожиданность. И я желаю им удачи. Команда «Казахи» 1 июля стала победителем летнего кубка КВН, сразившись с «Азией Микс», сборной Камызякского края и городом Пятигорском. Команде достался кубок и приз от Российского банка в размере 400 тысяч рублей. Позже на пресс-конференции команда объявила, что выигранные деньги они передадут Ниязу Сундеталиеву. Но именно вот пример Нияза – это, наверное, один из тех случаев, когда человек сам попал в беду, ему нужна операция, но ему сказали, что ее нужно делать только через 2 года. То есть мы вчера этот случай обсудили и говорим, если он отдал деньги фонду, потому что они ему в течение 2 лет не нужны. На самом деле время уже пришло, поэтому я считаю, что с нашей стороны это будет правильный ход. У Нияза запланировано лечение ближе к осени. Это одна из процедур нейропластики, а также обследование, после которого будет известно о дальнейших планах на лечение. Нияз говорит, что сейчас необходимо сохранить стабильное состояние здоровья. Главное – не допустить ухудшения. Но деньги в любом случае пойдут на лечение. Передадут. Через 1,5 месяца команда КВН обещали приехать ко мне домой, сюда, и мы будем пить чай с тортом и разговаривать, делиться впечатлениями, и к тому времени я уже думаю, что будет какой-то своеобразный план, который даст точное направление, куда пойдут эти деньги. Но деньги пойдут однозначно на лечение, просто в разной форме, либо это на текущие какие-то потребности, потому что расходы бешеные просто. Напомним, несколько лет назад Нияз Сундеталиев в результате несчастного случая оказался прикован к постели и нуждался в лечении. Казахстанцы откликнулись на его беду и пожертвовали деньги. Однако врачи сообщили, что на тот момент проведение операции было невозможно. Поэтому всю накопленную сумму в размере 5,5 миллионов тенге Нияз перечислил в благотворительный фонд «Аружан Сайн». Как говорит сам Нияз Сундеталиев, бумеранг добра вернулся, и удача улыбнулась снова. А сердце Замбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, 1 Карагандинский.